Всем привет, я Всеволод Мартыненко. Расскажу про свою игру Yandere School. В последнее время тема девочек Yandere была очень популярна, и я решил сделать свой вклад. Вы будете играть за героиню по имени Акари Фурутака. Она влюбилась в парня из другого класса и стесняется признаться в чувствах. Более того, оказывается, что есть конкурентка, которая хочет встречаться с тем же самым парнем. Какой результат будет у этой романтической истории, и предстоит вам узнать из сюжета игры Yandere School. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новости, потому что в следующем видео я покажу, как идет процесс разработки.